Будучи большим ценителем всего нового, я не могу обойти вниманием особую форму ультра-авангардистской музыки, весьма популярную в отдельных уголках Запада и Юго-Запада. Все мы с вами, дорогие друзья, звучим жить. Это значит прежде всего звучать. Звучит человек. Вспомните горьковские крылатые слова. Человек! Это звучит. Но сейчас перед вами зазвучит не только человек, зазвучат все окружающие его вещи. Зазвучит быт, зазвучит обиход. Вице-президент Зюзинского общества по распространению новых звуков Вольдемар Кыш со своим квинтетом БДРМ-71. Занавесочку, пожалуйста, будьте любезны, занавесочку. Квантомузыкальную конструкцию в трех частях под названием «Мироощущение». Часть первая. Раздумья. В спокойном, прозрачном адажио деликатаменто кон густо нон тропо акабалементо, пожалуй, несколько тенеброзо мистериозо, возникает Авиценна, то есть как бы диалог бодрого духового стаккато своеобразным вибрирующим, дребезжащим веревочным глиссандо, интимно скрипящее дверное легато заканчивается недвусмысленной протестующей рельсовой металлической нотой, как бы утверждающей победу юного в извечном конфликте отцов и детей. Прошу. Часть первая заканчивается. Часть вторая. Созерцание. Ну, в ней слушатель без труда уловит личные интонации автора, подчеркнутые легким мормурандо, чайно-ведущего инструмента. В конце второй части возникает Allegro Furioso Barbaro, дико звучащий вопль домашнего существа. Прошу. Финал апофеоз, который завершается откровенным авторским ультимо кредо, выраженным тонко и нежно, в манканто пианиссимо сюссюрандо водобачкового инструмента. Прошу.